Сразу после собрания президент Беларуси направился с двухдневным рабочим визитом в Узбекистан. Самолет главы государства покинул национальный аэропорт и взял курс на Ташкент. Там Александр Лукашенко, правда, уже завтра примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это региональное международное объединение, в состав которого входят Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Нынешний саммит юбилейный, посвящен 15-летию организации. К слову, предстоящее заседание первое, в котором Беларусь участвует на высшем уровне в статусе наблюдателя. Ожидается, что Александр Лукашенко проведет и двусторонние встречи с зарубежными коллегами.